Всем привет, друзья! Если вы не выезжали никогда из вашего любимого города, ну, скажем, вы живете в России, получаете там какие-то денежки, у вас просто нет денег выехать куда-то. Для вас есть специальная крутая функция в Google Планета Земля, которая называется «Мне повезет» и которая заставляет вас, точнее, ну, как транспортирует вас в любую точку света, просто по нажатию одной кнопки «Мне повезет». Вот она слева, «Мне повезет», нажимаем, и вот куда мы летим. Сейчас за камерой нету, Тига, здесь фотография, и мы уже начинаем отдыхать в шикарном месте. Вы только посмотрите, аэропорт Тига. Так, приближаем. Единственный минус, что здесь нету особо панорам. К сожалению, здесь нету, значит, 3D простроенного какого-то 3D зданий и так далее. Но, друзья, бывает так, что нажимаешь «Мне повезет», и там есть и построенные, и панорамы, и так далее, и тому подобное. Так, летим. О, это же какие-то острова. Рокхеус, Южно-Китайское море. Опять же, приближаемся. Ну, рельеф, видите, он прорисован, да? Но, к сожалению, ничего больше. Ну что ж, давайте, нам, может, и повезет еще с какого-то раза. Все-таки, ну, не везение. Так, вперед. И вот здесь хотя бы горы уже прорисованы, уже неплохо, но все равно тоже мало, потому что это Китай. Ну что ж, так можно бесконечно. Очень странно, честно скажу, работает эта функция, потому что действительно производно. Ну, Бюллер, вот обычно в Европе прорисовываются города, здания и так далее и тому подобное. Но этот европейский город не удосужились прорисовать, он очень маленький. Значит, и опять же переход. Но, друзья, согласитесь, красивые виды, вот так вот, посмотреть, какие горы, как сверху выглядит, по крайней мере, здание, да, очень даже неплохо, панорама, так увидеть панораму. Но все равно, друзья, сейчас что-то нам не особо везет, но все равно мы передвигаемся, следующее место, и вот так вот опять прорисованные горы. Но опять же, то же самое, рельеф вокруг прорисован, все остальное не прорисовано. Так, здесь что нас ждет? Ну, вот хоть один первый прорисованный город. Причем, друзья, прорисовываться он будет со временем, не сразу. Вот те, которые здания поближе, они прорисованы. Те, которые подальше, не особо, не прорисованы. Что здесь? Можем нажать на значок вот этого человечка. Наступаем здесь. И вот уже мы на панораме. Уже в этом месте, смотрите, можем просто прогуляться. То есть увидеть и в 3D, как бы, как это вообще ощущается. Да, какие вот эти объекты, а что за ними. Ну, а можем просто прогуляться. Вот тут, смотрите, девушка, да, девочка даже на коляске катается. То есть вот так вот. То есть, что вы думаете? Я думаю, что это просто классная функция. Отличная. Меня она вообще устраивает. Она очень крутая. И плюс... Ну, не у всех есть деньги путешествовать. Мы живем в России, черт возьми. Ах, ладно, друзья. Наверное, у нефтяников, либо кто работает в Газпроме, это все хорошо. Нажимаем еще раз и плавно. Смотрите, как мы поднимаемся вверх. Из Австралии мы уже Калараш, город Молдовии. Ну, то я что-то сомневаюсь, что он будет прорисован. И я прав, он не прорисован. Почему не прорисовывают? Бывшие советские какие-то бедные регионы. Китай. Ну, вот, Бангай. Архипелаг Бангай. Тут, ну, просто архипелаг тоже неплохо. Вот, интересно, а есть на архипелаге где постоять вот именно с панорамой? А, вот здесь вот в одном месте. Ну, зато по соседству можем здесь вот. Так, еще раз. Хоп. Хоп. И вот здесь вот постоять. В чем проблема? Главное нажимать и смотреть. Ну-ка. Ох. Южные. Вот они, пальмы кругом слева и прав. Не так красиво, как, конечно, мы в себе представляем, живя на севере. Как живут в южных регионах. Но тоже неплохо, тоже неплохо. Дальше. Так, поехали. Но вот обычно США все города прорисованы. Что у нас? Израиль, Шерис,
Ортодоксальная синагога в Нью-Йорке. А, это Нью-Йорк, друзья. Нью-Йорк. И вот он. Вот так выглядит. Смотрите, он весь прорисован. Ну, не весь, но смотрите, даже если мы приближаемся, не пугайтесь, что так все ужасно выглядит. Потому что если мы поближе подойдем, ну вот поближе, то все будет медленно-медленно. Конечно, просто сейчас вечер, все сидят в интернете, и у меня не особо быстрый интернет, и видите, да, а это же, слушайте, это ООН, здание ООН, блин, вот это да. Вот так вот, а вы знали, что ООН, один из создателей был, инициатором ООН, был это Николай II. Объединенные нации, общество объединенных наций, если я не ошибаюсь. Вот он, вот это да, слушайте, я и не знал. Вот этот ООН, вот здесь вот он находится. Вот это да, Нью-Йорк. Вот так вот. Если можно уходить назад. А, уйдя назад, да, тут у нас ничего особо нет. Это на Google картах там будет планета, у нас нет. Ну ладно, друзья, вот, собственно, пользуйтесь. Путешествуйте, вот так вот от полетов туда-сюда, я думаю, что можно развеяться, почувствовать что-то такое особенное, что ты есть другие города, не такие, не только, вот смотрите, сколько маленьких, каждый домик, представьте, вы бы жили вот в таком домике, и каждый домик прорисован, блин, представьте, это очень так неплохо, хотя они все, в общем-то, похожи друг на друга, да, смотрите, сверху как прикольно выглядит, да, и опять же, это, по-моему, США. Если да, по-моему. Вот. Но забавно, забавно. Вот так, как живут люди. А, друзья, раз на раз не приходится, поэтому каждый раз по-новому. А, Перлан. Опа. Вот это да. Так, и здесь давайте тогда сыграем вот нашу. Вот. А, хотел. О, вот. Можно побывать вот здесь. Вот раз. Здесь посмотреть, как отсюда. Опа, вот это да. Это что вообще такое-то? Какие-то ледяные. Пабло Ардура. Ледяные помещения внутри. Так, что случилось? Почему нас выкинуло? Мы теперь сверху. Смотрите, снаружи все. Смотрите, ну. Нету снега, да, внутри все в снегу. Там внутри какое-то ледяное здание. Странно, странно так. И почему нас выкинуло теперь, тоже непонятно. Вот. Ну, видно, маленькая панорама. Ну, а, друзья, вот, собственно, и все. Пользуйтесь вот этой функцией. Надеюсь, она будет полезна. Ну, Хаджар. Так что, смотрите, насколько реалистично выглядят горы. Вот прорисовано все. Надо только подождать, пока все прорисуется. Так что, друзья, на этой ноте говорю вам всего доброго. Всем пока, до свидания. А ссылка на Google Планета Земля в описании.